Моральные заповеди из Библии – это, ну, определенный законосвод моральных правил и качеств. Потому что можно убить, и тебя никто не поймает и не посадит. Можно своровать – то же самое. Это же внутри человека каждого. Естественно, это нужно поощрять. В первую, потому что законодательство наше, оно несовершенно. Даже в совершенном законодательстве есть все равно свои лазейки. Главное, чтобы и мораль, и законодательство, оно шло рука об руку, чтобы и внутри ты был чистым, и снаружи, чтобы чистоплотность была. Обязательно надо прививать, ну, это с материнским молоком все равно, когда мать там, семья воспитывается, воспитывают правильные ценности у молодого поколения, у детей. И, естественно, эти дети, в свою очередь, тоже будут взращивать в своих детях те же самые моральные принципы и основы мироздания. Не укради, не убей и так далее. Я прошу прощения.